Приветствую вас, друзья, на канале Бабалай. Меня зовут Владимир. И сегодня мы продолжаем игрушку под названием Planet Zoo. И сегодня, как вы и просили, мы будем заниматься бенгальскими тиграми. Я уже приобрел их в зоопарке. Я копил очень долго денежки. Вот, сейчас покажу красавчиков. И довольно-таки плохих животных мы собрали, друзья. Я взял пока что два, да. Они довольно-таки неплохие по показателям, да. Взял зелененького, всем зелененьком. И очки очень огромные, да. Так, значит, смотрим, что нам надо для него, да. Нам нужно, смотрим, зоопедию. Что нам надо? Нам нужно исчезающий вид популяции в дикой природе 2500, да? Бенгальский тигр, пантера, тигр, тайгер обитает в Индии, Бангладеш, Непале, Бутан и западной части Китая. Это животное легко представляется к самой разозренной среде, от степей, от мангровых лесов, тигры. Так, ну это понятно, мы знаем, что такое тигр, да, смотрим, что нам надо. 750 квадратных метров, класс третий, ничего не надо. Требования для объекта, для лазани, не надо воды, не надо водочки, даже не надо. Так, короче, надо что, луга? Лиственный лес и тропики. Итак, я уже подготовил, чтобы экономить время, вольер для них. Довольно-таки огромный, скажу так, как оно есть. Так, мы нажимаем на паузу, потому что, ну, уже ночь. Я расширил подвесной вагончик, чтобы люди это видели, да. Я построил парочку новых сооружений, чтобы поближе это было и эффективнее. Смотришь, что у нас с квадратных метрами, что у нас здесь? У нас здесь довольно-таки 2964 квадратных метра, но это не так, как здесь, блин, но здесь вообще бешеные цифры, да, у нас. Где у нас тут ход вообще, вольер, да? Здесь у нас почти, наверное, 3000, да, 4000, да, ну, тоже небольшой. Ну, 750 метров, потому что, ну, мы будем зеленые монетки фармить именно на тиграх, так как они у нас довольно хорошего качества, и мы будем продавать их. Так, хорошо, ладно. С чего мы начнем? Надо им укрытие. Я хотел укрытие сам построить, но это время. Я думаю, что я просто сейчас сделаю быстренько, наброшу макетик, да, чтобы вам это не тратить время, а будете уже готовы продукты. Потому что я не хочу ничего ставить из этих вот вольеров, да, которые здесь готовы. Мне как-то не очень нравится здесь. Ну, вообще, ладно, посмотрим, может быть, не, может, что-то такое есть толковое. Ну, нет, мне как-то не нравится. Они какие-то все квадратные, какие-то неестественные, да. А мы пытаемся сделать что-то с камнями и так далее, но подобное, да. Ой, что такое? Это что такое? А, это страусиная ферма, это нам нахер не нужно. Так, смотрим, значит так. Ну, я сейчас, друзья, построю быстренько, и тогда уже к вам вернусь, друзья. Никуда не бегайте. Ну, друзья, что-то мы такое построили, это чуть-чуть помучился, мучился, не знаю. Ну, вроде что-то такое сделали. Не знаю, или им понравятся эти растения, не понравятся, не знаю. Ну, мы потом это все сделаем, посмотрим, да, как у нас тут все происходит. И нравится, не нравится, или что-нибудь берем, или что-нибудь поменяем. Потому что сейчас чисто так набросочки. Потому что, ну, я сначала первое сделал, вообще он был огромный, а тут какой-то более-менее еще плюс-минус нормальный получился. Вот, ну что ж, друзья, погнали. Запускаем наших маленьких негодников. Кстати, вообще-то, знаете что, друзья? Я чуть-чуть передумал. Придумал я в плане того, что я хочу вот это вот. Ай-яй-яй. Ох ты, блин. Чуть-чуть по-другому поставить. Где бы куда его сюда вот запихнуть, блин? Так, подожди. Ну, это тоже не решение вот так. Или просто еще слишком много сделал, слишком большой, до сих пор еще слишком большая, походу, да? Или нет? Ну, где там, становись. Какие у тебя препятствия, дружище? Хм.
Ну, не знаю. Посмотрим, может, так получится. А почему эти как-то... Ну, ладно, окей. Оставим, пусть так оно есть пока что. Мне кажется, слишком большая этот еще, до сих пор еще этот вольер с них сраный. Я идея наделал то, что... Идея была то, что они вот сюда залезут наверх, да, и будут поверху лазить. Это вроде бы, знаешь, сделал заход для них. Ну, не знаю, они полезут, не полезут, ну, посмотрим. Не знаю, не точно, это не факт. Короче, ладно. Сейчас дождемся дня и будем запускать наших малышей. То бишь, наших тигров. Ну что ж, друзья, наступает утро, и мы готовы выпустить наших бенгальских тигров. Переместить вольер сюда. И тебя, дружище. Сюда. Ну и будем ждать, что нам они скажут, что они хотят. И вообще, ли им это нравится, что мы тут построили? Мне похоже, что только еще не сейчас вопрос скажет. Слышь ты, Вован, ты что тут натворил? Мы ничего не понимаем здесь, и нам это не очень нравится, да? Так, я почему тут уже... Даже главное, еще никого еще не было здесь внутри, а уже повреждены этим... Опоры, не опоры эти, как каждый месяц. Так, тут надо будет каждый месяц. Потому что если эти гады вырвутся, будет писец. Ну, где же наши тигруси? Тигруши, тигруши, идите, вы где там? Так, мастер бежит. А где наши... А, я ж, блядь, у них же тут... Вот, они же с этого конца должны бежать, потому что здесь только центр обмена здесь находится. Вот один, а вот и другой. Вот, бегут, 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 бегут. Красавчики. Так, здесь водичка у нас есть. Окей, хорошо. Ну что ж. Кстати, ну еще, друзья. Пока мы тут не начали всем заниматься этим. Объекты. Блин. Блин. Вот так. Отлично. Программа минимум выполнена. Отжимаем паузу. Бегут, бегут, бегут. Ой, сейчас будет, блядь. Походу, меня сейчас тут... Я не знаю, может, потом переделаю еще вот эту всю эту... Этот весь вольер. Ну, то бишь... Местечко, где они будут спать у нас. Ну-ну-ну. В зоопарк прибыло новое животное. Итак. Питание. Сразу берем питание. Так, стопе. Стопе. Зоопарк. Изучать надо нам... где наши? Иди сюда. Вот так. Ну, отжимаем. Сидеть, красавцы. О, такой пушистый. И как красавчик, а. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Красавец, красавец. Или красавица. Подожди, ты самка или ты или самец? Что-то я не понял, ты кто? Ты самец, ты самец. Ты мужик. Качество последней пищи. Так, сразу надо пищу поставить. Ух ты, блядь, вот такие дыры. А, ну я же ничего не могу сейчас сделать пока что. Окей, смотрим. Что у тебя тут, подруга, все нормально? Как у тебя чувство? Обогащение среды. Окей, игрушек нет, это понятно. Качество... Высокая трава им нужна. Ага. Ландшафт. Знаете, где высокая трава будет у нас? Вот здесь. А, наоборот, надо меньше высокой травы, ёпта.
Может, высокую траву надо очень много, но тогда не надо вообще высокую траву. Рыхлая земля, земля. Да, вот какая плотная земля, вот это. Ну, очень много земли надо, кстати. Очень так странно как-то. Окей, все, мы в зеленом сейчас. Места, конечно, их достаточно, но это пока что. Так, что у них дальше получается? О, им не нравится вот это. Это не нравится. Им даже понравилось вот это вот. То, что я говорил, им не нравилось. Сука. Покрытие. Это что? Растения, деревьев. Окей, вольер, природа. Пальма вам нравится, пацаны? Мне вам не нравится пальма. Дальше будет нравиться что-то кусты. Нет, тоже не нравятся вам кусты. А это что? Не нравится вам тоже. Окей. А что вам нравится, пацаны, блин? О. Так, значит, так делаем сюда. Такс, окей. Очень, блин, мало им каких-то... А какие там деревья вам нужны, пацаны? Это вам нравится? О, поперло. Ну это навряд ли будем нравиться им. Это, блин, вроде водяная тема. О, нет, смотри, нравится. Окей. Значит, сделаем сюда вот. Очень... Это, блядь, очень... Очень как-то, бляха-муха. А вам нравятся вот кувшинчики, что ли? Ну, вряд ли будет нравиться кувшинки, блядь. Ну, я уж думал. Не, кувшинки захотели. А это? Пенек. Вам понравится пенек? Потому что ногти будете в своих скрипте. Нихера вам не понравился пенек. Окей. Что тут там еще можем вам сюда засадить? А это вам понравится? Нет. А это? Нет. Мне кажется, слишком много я уже деревьев ставлю, да? Я сейчас не въезжаю, блядь. Или вам деревья нужны, или что происходит? Лиственный лук. Так, окей. А, да, надо ставить. Надо больше. Поставим сюда. У нас, значит, стыковочные эти... Не нравится, да? А вот такие? По-любому будет нравиться. Я же вижу, что будет нравиться, блин. Очень много деревьев, друзья, нужно очень много деревьев.
Так, кувшинки. Вау, круто. Мы тут их сейчас тут запостим. Так, пацаны, как у вас там вообще дела, блин? Вы валяетесь, блядь, а мне это надо работать, как черту. 17, бля, как вы издеваетесь. Тип и плотность растений? Это что такое, блядь, я не понял. Тип и плотность растений категорически не подходят. Я не понял. Это какой-то... Я не понимаю, что происходит. Чисто так. А, все, понял, все, все хорошо. Понял я. Блять, крапива растет на камне, вообще огонь, огонь. А еще-нибудь еще можно что-то засунуть сюда такое интересное? Это что такое? Скажи, тебе нравится? Бля, это просто пиздец, друзья. Им-то столько этих разных растений здесь надо. Вообще, я охереваю. Так, что у нас здесь еще есть? Подожди. Тростник тебе нравится? Давай, это было круто, если тебе нравилось еще. Хер с два. Что можем еще сюда за... Во-во-во-во-во. А тебе, дружище, это нравится? Скажи да. Да, красавчик. Блин. Еще чуть-чуть осталось, друзья, будет у нас полный фарш. Все отлично. Закончим вот такими. Ой, какие они привередливые, а, морды, а? Так, что у вас это нравится? Она вот такая вот. Да, хорошо.
Так. Отлично. Как у вас там, пацаны? Все нормально? Больше надо ничего? Где вы там? Эу, кисы. Как у вас там самостоятельное чувствие? 100. Отлично, 28. Замечательно. Покрытие все отлично. Обогащение. Так, значит так. Сейчас будем игрушками заниматься, друзья, кстати. Так, окей, закрываем это. Зоопарк. Ты, бля, издеваешься? Он еще не изучил даже ни одного этого. Мать моя женщина. Окей, ладно, значит, объекты образовательные, это будем тогда делать. Потом надо еще свет провести, кстати, с этим пацанам сюда. Ну, вообще, здесь, потому что здесь света, на смотрю, нету. Надо будет заняться. Ты застрял чуть малее, дружище. Бенгальский тигр. Вырубка лесов, давай сюда. Сюда мы что мы делаем? Изменение климата. Ну и косяки. Так, здесь у нас все есть уже, да? Ой, подожди, я еще сюда не поставил. Так, чтобы у нас было все симметрично, красивенько. Неужели по... Мать. Так по жизни, блин. Окей, и сюда вот так. Опаньки, уже тигр родить будет. Рожать, где там, подожди, бенгальский тигр, иди, подожди, секо. Эу, нет электричества, бля. Но смотрим на эту самку, блин. Что-то слишком быстро это все происходит. Вот и маленький, смотри. Вот он, малюсенький. Вот ты, ну, смотри, какой красавчик. Спрятался в кусте, когда мурлыкает еще. Ну, прелесть. Просто прелесть. Да, ладно. Окей, занимаемся дальше. Делом. Нам электричество нужно, да? А почему у нас электричества нету, кстати?
Тут тоже электричества нету, что ли? Здесь есть электричество. Видели... Что? Сельхозяйство? Что? Так, окей. Смотрим, что у нас может уже изучить. Наконец-то. Что мы вы изучили? Блять, не волков, что ты? Какие волки? Где мои тигры? Вот они. Так, лакомство, игрушка. Окей, лакомство и вольер. Так. Это что? Индийский носорог? Бенгальский тигр. Поставим одну сюда. А, кстати, у нас тут воды не будет, да? Мать. Игрушки. Так, мясо. Мясо. Поднос или маленький, поднос большой. Бенгальский тигр. Так, ну, да блин. Воздушная платформа для кормления? Что, бля? А, понял, это... А это что, блядь, это... Тигром? Ну, вряд ли. Бенгальский тигр. Так. О, стопай, что здесь происходит? Тихо, спокойно, где, блин? Окей, пусть так как-то. Окей, пусть так будет капать здесь. Окей, а дальше. Им массажный... Это что? Бенгальский тигр. Во-во-во-во. А это что? Наверное, они любят кусаться, да? Гиена точно будет кусаться. Бенгальский тигр любит что-то в мешке искать. Ну ладно. Ой, ёпта, я разогнался. О, массажный стол. Вот не знаю точно, им и или они любят вот где-то лазать. Белохвостный гну, но это ясно, что они не будут такие американские больше, так мангус, лемуры, блядь, не помню, какие-то всякие монстрики. Так, ну тут только, окей, это понятно, так, ну что у тебя здесь, покажи мне, как тебя чувствуешь? Качество последнего приема пищи слабенькое, да? Ну, я не могу сейчас пока что сделать, потому что у нас, а, вот есть второй класс, окей. Красава. А так, что у нас по посещению? Месяц, каждый месяц все нормально, отлично. Ну, это как обычно, наши топиры, блядь, там бесится. Меня не раздражает меня.
Вот по лазанию, я не знаю. Давай поставим вот это чисто по приколу. Они будут лазить, не будут лазить, мне интересно просто. И водичку снять вот сюда. Вот так. Бабосы текут, да, рекой, да, уже. Ну, вообще нихуя не бросает, вообще херели, пацаны. Вы чё? Бабосиков подкиньте мне. Восемьсот бабосиков, хорошо, хорошо. А здесь есть что? Ага, хер СС2. В тени, смотри, в тени, они любят в тени тусоваться. Смотрите, какие бесстыжие, а, бесстыжие, красавчики. Лакомство, есть что-нибудь для... Во-во-во-во. Бенгальский тигр, друзья. Это что, как это так? А чё ты вверх тормашками, дружище? Мелкий играется, да? Гризли основная игра. Это что? Белофост гну. Ну, это понятно. Это что? Кормушка, зимой подвес. Американский бизон. Бонго. Это что? Прощающая кормушка. Ирбис не то. Африканский бизон, это уже такие большие, это не к нам. Собачий мячик, гигантский низкий варан, слон. Они вот любят по дереву это валяться. А мелком вообще все по все шикарно. Подожди, что уже все мы уже набрали? Да? Да, уже смотри, друзья, мы уже полностью их обеспечили. Ничего ты пишешь, пищишь, мелкий. Так, у нас, окей, у нас прошлый год, в среднем за год 25 тысяч, окей. Alright, нормально, работаем. Так, мы уже изучили что-нибудь, да? Или она ничего не изучила? Блин, очень долго изучается бенгальский тигр, друзья, скажу честно. Вот. Не знаю, надеюсь, они сюда как-нибудь сюда заглянут. Кстати говоря, воде и электричестве. Мне же надо посмотреть, где у нас вода есть. Бляха, муха, муха, бляха. А что с электричеством? Серьезно? Кропаль не хватает энергии, чтобы достать. Окей, может быть, что-то передвинуть. А не, мы просто сделаем по-другому чуть-чуть. Мы сюда еще воду поставим. Это мы продаем. Зоопарк. Так, и ставим тогда кучу объекты. Телек. И бенгальский тигр. Все. Элементарно, Ватсон. И здесь надо еще колонку засунуть. Не знаю, куда она еще отдельно крепится, и не без понятия мне. Отлично. Сейчас еще один сюда надо поставить, и будет чики-пуки. Вот так. Супер. Шикарно. Бабосик есть? Бабосик есть. Маленький, но есть. Окей. Но у нас 5,5... 4,5 звезды уже, друзья. Скоро будет 5 уже. Так, окей. Окей, 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 окей. Смотрим, что по зоопарку у нас. Что у нас тут происходит по изучению.
Блин, очень долго изучается. Писец очень долго. Так, самый популярный животный у нас, наверное, слон. Да, до сих пор еще слон является популярным самым, да? Почему удовлетворительность по этих у нас маленькая? Так, стопэ. Сейчас проверим, что они, что им не нравится. И что здесь? Ну все у них хорошо. Да блин. У них все отлично. От травоз производит качественный навоз. Так, что тебе тут? Почему ты красный? Образовательные программы. А, как? Подожди, что у меня с образовательными программами все? За каким Валером не ухаживал? Каждый месяц он же должен ухаживать здесь. Подожди, что у меня тут большая нагрузка на моих ветеринаров? Что здесь? Что он не ухаживал? Девятый, что за девятый Валером? Тоже не ухаживали? Ёпта, что за пиздец происходит? Двенадцатый Валер. Мне слишком жарко, блядь. Так уж с пацаны вам температуру понизил, блин, на 20 градусов. Он 22 вам струбим сейчас. Чтобы не возникали. Вообще наглые. Так, окей. Ладно. Жаль, что их нельзя сразу группой командовать, руководить, да, чтобы... Ну ладно. Деритесь вы там, как хотите. Мне надо тут сейчас разобраться с моими этими. Опа, тут здесь. А, они разбили игрушку. Красавцы. Что здесь происходит? Соотношение полошоса с вашими полами. Подожди, сейчас с такой, сейчас посмотрим. Так, это, во-первых, уходит сразу. Ну и осталось мне вот эту. Отправить центр обмена. Окей, сейчас по идее должно быть все нормально. У нас сейчас должно быть 1, 2, 3. Ой, подожди, что происходит? Ой, бля. А где мои бизоны вообще? Я, бля, не это не... Ай-яй-яй-яй, не то. Ну ладно. Пацанов надо отправить. Так, что там с бизонами у нас? Значит, тоже надо отпустить на волю. Или отправить в центр обмена. Обмен центр обмена. Окей, все. Тут сейчас будет у нас нормально. Пусть они там занимаются своими делами. Зоопарк торговли животными.
Давайте за 100, блин, что за 1000? Ну, а это можно тоже продать чем, да? Это тут сколько там? 50, давай. Здесь кто-то за час их приобретет. Окей, хорошо. Плывем к нашим тиграм. По идее, должно уже изучиться. Нам что-то здесь должно изучиться. Или нет еще? Нет еще. Так что, друзья, как видите, мы работаем. Мы уже довольно-таки неплохо развились, да. Довольно неплохо получаем бабосиков. Сейчас рубим поскорее, чтобы день настроил побыстрее. Я не знаю, это действует ли на исследование. Нет, походу не действует, да? Вот. Какой малюсенький, да? Красавчик, где-то там есть, да? Позаблюдаем за тобой. Вот. Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещение. Что-то делаю. Опять же, оставляйте комменты, чтобы хотели вы следующее видеть за животное в нашем зоопарке. Поработаем над этим и рано или поздно выпустим его. На данной стадии, друзья, с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и пока-пока.